Нагадаем, по правилах система отопления у жилым фонде отключается, коли среднесуточная температура поветра складае не меньше 8 градусов тепла на протягу 3 дён. Покуль, по информации Аблгидромету, температурный режим значно больше низкий. Однако уже в середы 3 мая чекается, что среднесуточная температура складет 9,5 градусов тепла и до конца тыдня утрымается у этих параметрах. Про отключение отопления у объектах социальной сферы, дитячих садках, школах и больницах говорка покуль не идет. Дарэчы, як поведомляют специалисты областного отдела энергетики, палива и энергосбережения, сёлета на Могилёшине склался самый долгий отепляльный период за всю историю. По анализе долго грели батареи еще у 2015-м, але тады отепляльный период протягивался до 24-го красавіка.